Это оперативное видео работы частных судебных исполнителей по выявлению должников на дорогах. Владелец автомобиля Audi не оплачивал транспортный налог в течение 2 последних лет и задолжал государству более 200 тысяч тенге. Но оплатить все же пришлось после принятия к должнику жестких мер. Под угрозой наложения ограничений на водительские права деньги нашлись практически в тот же день. И такие случаи не редкость. На сегодняшний день установлено 9562 физических лиц, имеющих задолженность по транспортному налогу в размере 162 миллиона тенге. Управлением госдоходов по городу Актобе по задолженности прошлых лет направлено в суд 903 материалов на общую сумму задолженности в размере 148 миллионов тенге. По материалам на общую сумму 137 миллионов тенге уже вынесены судебные решения и направлены на исполнение судебным приставом. Задолженность в размере 91 миллиона тенге была взыскана принудительно. В итоге в исполнительном производстве остаются 262 материала на 46 миллионов тенге. Ирина Гутцель, Жан Молдабеков, программа «Факт».